Огромнейший привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Новосветлова Наталья, и в этом видео мы посмотрим вместе с вами мой заказ из компании Oriflame, из вот этого 15-го каталога, и это заказ номер 2. Первый заказ уже вышел вам на канале, был очень большой заказ с разнообразными новинками, которые я уже, в принципе, некоторые успела протестировать, и могу даже про некоторые вам сказать свой отзыв. Ну что, давайте уже будем смотреть этот заказ, наливайте себе чашечку чая или кофе, и приятнейшего вам просмотра. В начале этого видео я хочу вам оставить свой отзыв на новинку этого каталога, и именно на помадку для бровей. Я для себя заказывала в оттенке коричневом, и вот она у меня нанесена на бровках. Стоимость ее в этом каталоге 399 рублей. Выглядит она вот так вот. Я сначала думала выбрать светлый цвет, но потом засомневалась и, в общем-то, выбрала средний оттенок. И мы с дочкой уже его протестировали. На мне он смотрится вот так вот, более потемнее. А на ней он смотрится, она блондинка, на ней смотрится более светлым. То есть подошел этот оттенок и ей, и мне. И самое главное, что здесь очень удобная вот эта вот кисточка, которая вынимается вот отсюда. И прям ей очень хорошо-хорошо прокрашивается, наносится, распределяется. Очень стойкая помадка. До конца вечера у вас точно будут брови на месте. Не сотрет брови ни шапка, ничего. В общем-то, если вы будете трогать брови, все останется у вас на месте. В общем, это помадка для бровей. Ну, очень-очень крутая. И вечером, когда вы снимаете макияж с глаз, уже нужно так, уже применить такое движение и небольшое такое усилие и силу, чтобы удалить эту, в общем-то, помадку для бровей. Отзыв положительный, поэтому вы, если сомневались, думали, размышляли, берите. Если вы любите карандаши для бровей, такие как был до этого ранее карандаш для бровей Giordani Gold в оттенке светлом, или One Color тоже в оттенке блонд, то как раз-таки вот этот вот средний цвет, он вообще, мне кажется, очень универсальный. И это просто классный продукт, которого ждали, мне кажется, очень-очень. Что я покажу? Давайте уже посмотрим, что же есть в моем заказе. В начале каталога компания предлагала выбрать для себя выгодное предложение, заказать, допустим, помаду с тушью или помада плюс тушь плюс тональное средство. В первом своем заказе я вам показывала наборы с тональным средством, где было 3 вида цвета помады, тушь и тоналочки. Сейчас же у меня в заказе здесь помада плюс тушь. В оттенке помада вот в этом Taub. Посмотрите, как это выглядит. Сейчас мы ее посмотрим. Кто еще, может быть, ее не видел? Ну, вот такой вот оттенок. Оттенок Taub. Я попробовала цвет для себя. Открыла розу. А на мне губная помада подчеркивает все какие-то заломы, все какие-то морщинки, что-то такое. Пробовала сверху нее, она потому что стойкая, она не оставляет отпечатков, и она на губах очень быстро, знаете, сначала рисует прям мягко-мягко-мягко, а потом она становится такой, знаете, как пудровой, высыхает и припечатывается к губам. И начинает у меня подчеркивать вот как-то вот все. Я пробовала наносить на эту губную помаду, потому что мне этот эффект не понравился. И я пробовала на нее наносить бальзам. Тогда помада уже, конечно же, не стойкая. Но тогда помада становится просто кремообразной и смотрится совсем уже по-другому. Вот не пробовала сначала нанести бальзам, а потом сверху помаду, как это будет. Ну, нанести бальзам, промокнуть губы и потом ее. Ну, в общем, буду тестировать. Но пока у меня вот лично, у меня такое неоднозначное мнение к этой губной помаде. Пишите, как у вас. Я думаю, что многие смотрят, многих интересует эта новинка, и многие прям, ну, хотят ее купить, но она вот такая вот неоднозначная.
Значит, к этой губной помаде вот тушь бестселлер, заказано 5 в одном. Очень выгодно получается заказывать просто губную помаду или просто добавить еще тушь. Ну, в общем, получается, что с тушью очень выгодно. Следующая новинка, и это у нас новинка, это такая серия, вышла по уходу за телом, такая серия для, так скажем, релакса, баловства, чего-то такого, Crystology. И на этот раз у меня в заказе, все по заказу, здесь у меня, посмотрите, спрей, блеск для волос объемом 150 миллилитров. Вот они, блестки здесь, прям на дне. Нужно хорошо это все-таки перемешивать и наносить это как блеск для волос и для тела. 249 рублей стоимость этого продукта. Если же вы зарегистрированы в компании, то вы напрямую от компании приобретаете, цены дешевле, выгоднее. Поэтому в инфобоксе под этим видео я оставлю ссылочку, по которой вы сможете пройти, зарегистрироваться и приобретать напрямую от компании. И здесь у нас получается натуральные частицы аметиста, которые придают коже деликатное сияние и такой тонкий-тонкий аромат. Следующее, это из этой же серии, и это гель для душа. 179 рублей, 250 миллилитров. Вот такой вот он, средней густоты. Видно вам, да, средней густоты. С таким же очень приятным-приятным ароматом. Такой тоже себе заказала. В общем, такая вот милая-милая бутылочка, даже визуальной упаковки. И что мы еще с вами, я вам не показывала, это мыло Crystology. Вот такая вот упаковка, 79 рублей стоимость этого мыла в каталоге. 75 грамм, визуально даже это вот, знаете, как кусочек льда, что-то такое мне, знаете, напоминает. Вот здесь вот есть название, вот такое вот мыльце, запечатанное. Мне кажется, приятно будет такой вот получить подарок. Очень красиво, смотрите, как смотрится цвет такой лаванды. Очень красивый, приятный, да, цвет лаванды. Вот такой вот набор. В этом наборе еще есть бомбочка, которая стоит 249 рублей. Но что-то я их не заказывала, у меня пока не заказывали. Вот страничка вообще ароматизирована. Бомбочка вот так вот выглядит. В коробке тоже прикольная штучка. Мне кажется, даже такие бомбочки добавить в новогодние подарки тоже будет классно. Можно с конфетами, можно с чем-то таким. Ну, смотрелось бы, конечно, бы супер. Это бомба для ванны, которая растворяется в воде, шипит, ну, как все стандартные бомбочки. Следующее. В этом каталоге новинка и выгодное предложение по стоимости. Появилась в ограниченном выпуске новая парфюмированная вода Love Potion Midnight. Это третья туалетная вода в этой линейке. И здесь, если твой заказ на 990 рублей по ценам каталога, то за 799 рублей, а так стоимость 1540, а ты заказываешь вот эту вот, так, где у нас название, вот эту вот водичку. Вот, Love Potion Midnight. Восточный ванильный фруктовый, засахаренная вишня, сладкий кофе, древесный мускус. Здесь вообще высокая концентрация аромата, отмечает компания. Но я думаю, что да, это, конечно, такой аромат. Я вот еще не решилась и не открыла, хотя его заказала. Но я вот уже, знаете, даже вот этого всего засахаренная вишня, сладкий кофе, древесный мускус. Что-то здесь, конечно же, будет быть максимальным. И еще давайте не будем забывать, что у каждого на теле аромат один и тот же. Смотрится все равно по-разному, раскрывается по-разному. У некоторых ароматы на теле отдает кислотой какой-то. У некоторых вот как раз-таки сидят очень замечательно, потому что все мы разные, потому что у нас кожа имеет свой определенный какой-то запах, и аромат уже будет сидеть и раскрываться. Но это все-таки такой серьезный, интересный аромат вот на такое вот зимнее время года. Я думаю, холодное, зимнее, и, скорее всего, это вечерний уже все-таки аромат. Но за такие деньги очень интересное знакомство.
и если вы были приверженцами и вам нравились Love Potion, то все-таки я думаю, что этот аромат вот по такой стойкости и по такой концентрации к стандартному Love Potion все-таки. Еще мне хотелось оставить свой отзыв про обновленную, ну здесь заявлена новинка, но это обновленные настойки карандаши для век, стоимость 299 рублей. Вот такие вот оттенки. Я в этом заказе заказывала вот эти вот два. Третий у меня с предыдущей версии, он идентичен, хрусталь есть. Я заказывала кварц и нюд. Очень классные тени, комбинировать их, они становятся стойкими прям непосредственно вот этим вот самим карандашом я наношу, а кисточкой я все-таки разношу, растушевываю, и это идеальнейшая подложка получается под тени. Можно прям так быстро нанести и все, больше вообще ничего не делать. Я вот почему-то и в предыдущих сериях, и сейчас не заказала никакой темный оттенок. Не знаю, может быть, заказать темный и наносить уже как подводку. И вот тоже растушевать уголок. И, допустим, это бы тоже так бы смотрелось, как бы так классно. Ну, в общем, я присматриваюсь все-таки еще с каким-либо оттенком, потому что карандаш, вот этот вот тени карандаш, стойкий, 12 часов стойкости, идеально смотрится. Сейчас, тем более, тенденция и тренд, все-таки тени такие, перламутр, красиво смотрится. И вот эти вот, почему я заказываю вот эти вот светлые оттенки, потому что они идеальны, как база, как подложка. Мне вот прям очень нравится. Уголок глаза, даже когда сухие тени, можно даже поверх сухих теней нанести и выделить как-то угол вот здесь вот в уголке, чтобы взгляд был более такой интересный, игривый, то тоже очень удобно. И хорошо, что этот карандаш выкручивается и закручивается вот просто идеально. Он мягкий, он кремообразный. Если его прям много выкрутить и вот так вот сильно, знаете, там давить, можно, конечно, его прям и сместить. Поэтому так, конечно, не стоит делать. Но очень порадовали вообще новинки в этом каталоге. Серия декоративная The One Stockholm, она просто, мне кажется, просто очень классная. Здесь и румяна, и пудры. Я на все смотрю, облизываюсь, но у меня вроде как есть чем пользоваться, и поэтому я вот как-то, знаете, так себя остановила. В прошлом видео мы с вами тестировали вот эти два пробничка, это новинка следующего 16-го каталога. Здесь выходят у нас духи All or Nothing. Такое интересное и сложное название. И здесь у нас духи и туалетная вода. По-разному пахнут. Мне из двух них понравилось, конечно, духи. В котором содержится супер абсолют ванили, вот так бы я сказала. И здесь получается такая малина, цветочный, такой вот, знаете, вкусный, согревающий, сладенький. От этого у меня почему-то, или так, пробник мускусный, у меня почему-то перехватывало дыхание. Вы, наверное, если смотрели это видео, если не видели, посмотрите, я вот так нанесла на руку, показывают какие-либо вот так вот средства, машу рукой, и у меня получается такой эффект, что я начинаю першение, и я начинаю задыхаться от этого. Ну, вот как-то так вот у меня, в общем-то, было. Поэтому я дальше буду тестировать, но так как в следующем каталоге получается, что и когда ты заказываешь духи, то в подарок тебе придет вот этот вот мускусный аккорд в виде туалетной водички в небольшом объеме. Ну, приятно, но не знаю. Может быть, это были мои такие вот первые впечатления, которые вот так вот у меня создались. Ну, в общем, пишите, как вам вообще новинка, как вам этот новый аромат, кто успел продегустировать, протестировать. Мне очень интересно, я думаю, что остальным будет интересно тоже. Ну что, спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас актуальным, интересным, полезным. А я буду прощаться с вами. Обнимаю вас очень крепко, целую, говорю всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.